Прокуратура Закарпатской области обнародовала сегодня видео, на котором зам мэра Ужгорода и предприниматель обсуждают размер взятки. Напомню, Иштвана Цапа обвиняют в получении 45 тысяч гривен. Взятки за эти деньги он обещал бизнесмену помочь в приватизации земельного участка. Посредник, это сотрудник коммунального предприятия, должен был передать деньги заместителю мэра и главе земельной комиссии горсовета. Всех троих задержали в конце января и синхронно отпустили под залог. Цап заплатил 240 тысяч гривен. Он, кстати, уверял, что ни в чем не виновен, и деньги он ни у кого не требовал. З метою приховання своїх злочинних намірів у схему вводиться посередник, який і проводить подальше спілкування з підприємцем. Посадові особи при цьому тримаються якби осторонь. Питання не вирішується доти, допоки посередник наперед не отримає обумовлену суму неправомірної винагороди.